Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Не понимаю, что у них могло приключиться. Как ты думаешь, осел? Понятия не имею. Телеграмма такая странная. Срочно приезжайте, нужна ваша помощь. Карлсон и крокодил Гена. Нюхом чувствую, что у них случилась беда. Ну, почему обязательно беда? Я думаю, совсем наоборот, у них какая-нибудь радость. Ко-ко-ко-ко-ко, конечно. Наверное, у Гены опять день рождения. А какой может быть праздник без нас? Без наших инструментов. Без нашей музыки. Чтоб жилось на белом свете веселей, кто-то музыку придумал для людей. И с тех пор один мурлычет сам себе, а другой весь день играет на трубе. Ну, а мне всего дороже саксофон, и грустит, и веселиться может он. То, как зверь он вдруг завоет, то, шутя, засмеется и заплачет, как дитя. В мире лучше контрабаса не найти, хоть в автобус очень трудно с ним войти. Но едва за струны тронешь этот бас, как у многих сразу ноги рвутся в пляс. За собой ведет оркестр барабан, как ведет корабль в море капитан. Чуть быстрее, веселее, так держать, разрешаю всей команде отдыхать. Бывает ошейник? Нет, не бывает. А у меня есть. Вот и выходит, что я не волк, а самая настоящая собака. И интересная собака в темных очках. Ну и что? Это у меня порода такая. Немецкая очкарка. Ага. Представляете, рискую я по лесу и вижу страшную картину. Разбойники схватили зайца с Чебурашкой, связали и бросили в темный чулан. Так вот в чем дело. Теперь понятно, зачем нас вызывали Гена и Карлсон. И что же теперь делать? У меня есть план. Давайте, пока разбойники спят, приберемся в чулан, свяжем их, а наших друзей освободим. Правильно! Молодец, очкарка! И введи нас скорее к чулану. Все в оркестре инструменты нам нужны, но добавить по секрету мы должны, чтобы играли музыканты веселей. Ты влад...
этот чулан. Тихо. Кладите инструменты, чтобы они не мешали. Так, теперь заходите. Только тихонько. Зашли. Зашли. Все зашли. Все. Попались! Вот и сидите теперь в чулане. Ай да волк. Молодчага. Эй, вы, музыкантишки, чего же вы замолчали? Теперь ваши инструменты у нас. Ну и что? Дело не в инструментах. Музыка не в гитаре должна быть и не в трубе, а в душе. И правильно, ну, ребята, запевай. Все в оркестре инструменты нам нужны. Но сказать вам по секрету мы должны, чтобы играли музыканты веселей и в ладоши вместе с нами дружно петь. Ишь, развеселились. Ничего, переловим всех, тогда они иначе запоют. Слушай мою команду, начинаем решительную облаву на крокодила Гену и этого, ну как его, который... Мотоцикл? Да нет, ну этот... Вентилятор? Да нет же, ну который летает. А, пылесос? Ну нет, который живет на крыше. Кошка! Вспомнила. Карлсон, вот кого надо поймать. Кто знает, какие у него слабости? Он сладкое любит. Правильно, у него пирожковая болезнь. А торт? Торт он любит? Любит. А кто ж его не любит? Особенно с кремом. Отлично, торт у меня есть, вот он. А чтобы он его заметил... Сделаем надпись кремом. Ага. Карлсону, который живет на крыше. Готово. Ну, кто из вас не любит сладкого? Мы не любим. Мы не любим, особенно с кремом. Прекрасно. Тогда возьмите торт, сядьте в засаду, а когда Карлсон спустится, хватайте его. Кого? Торт? Да нет же, Карлсона. Хватайте и тащите его в чулан. Кого, торт? Да нет, тащите Карлсона. А кто понесет торт? Ну, при чем здесь торт? Когда мы поймаем Карлсона, торт уже будет не нужен. Ясно? Тогда берите торт и в путь. Люди задрожали, звери убежали, птицы улетели в теплые края. И шагая в ногу, вышли на дорогу, груз был безбывалый, закадычные друзья. Ломать, кружить, рвать на части, вот это жизнь, вот это счастье. Ломать, кружить, рвать на части, вот это жизнь, вот это счастье. Стой! Раз, два. Снимай крышку с торта. Раз, два. Садись и жди. Слушай, бывалый, я что-то совсем не понимаю. Вот здесь написано Карлсону, который живет на крыше. Что-то мне эта крыша не нравится. Что ты сделал, а? Теперь получилось Карлсону, который живет на. На? Дают, бери. Что осталось? Все правильно. Карлсону, который живет. А что правильно-то? И так ясно, что он живет. Если бы он не жил, зачем ему торт-то? Надо поправить. О, теперь правильно. Карлсону, который... Что который-то? Непонятно. Сейчас будет понятно. Что осталось? Карлсону. О, теперь все верно. Коротко и вкусно. Слушай, а почему
Карлсону, а не Карлсон. Чудак, это же дательный падеж? Дательный? Да кто ж ему даст-то? Правило такое. Дательный кому? Чему? Карлсону. Кому? Карлсону? Ни за что. Правильно. Посмотри, что там осталось-то. Крошки. Очень хорошо. Вот на них-то он и попадется.